189 IQ. Лейбл? Не отвечает, что-то лейбл. Я так понимаю, они лохам не отвечают. Так, ну-ка эту музыку вырубаем. Брянск, север, ёпта, истребитель мне в ангар. А посмотри на меня. Что? И чё, он стерпел эту хуйню? Он типа стерпел эту хуйню, я правильно понимаю? Ребят, он даже самому близкому человеку, такому как я, например, не дал потрогать свою башню. И зачем тебе башню строить? Нажимаю на другое, меня выкидывают на жвачки, блядь. Я не знаю, как это называется. Блядь, я думал, соколянский. Нажми на другое. На что? Да вот, другое! А, другое. Все, пизда, жвачка. Я не знаю, блядь, куда жать. Короче, разберись сам, я ебал в рот. Я вообще ничего не понимаю, блядь. Какие-то жвачки, блядь. Давай я просто позвоню, узнаю. Не знаю, ну пусть да, Дина, блин, и Дмитрий Ликс будет. Пара года. Ну и у всего поселка не было. Ой, бля, смешно. Ну вы не поняли, наверное. Да это юмор такой, ребят, чего вы, блядь. Ну типа, вы поняли, ну посмейтесь хотя бы, он же старался, блядь. Он же ее молодой киберспортсмен или не он, я хуй знает, но неважно. Он же старался, типа, в любом здорово, случае. Здорово, ВВИ, твердый знак БЛ. Ульяша, я тебя люблю. Брат, ты дома, ты дома. Света, пишу соседям, соседи пишут, приходите к нам, будем бояться вместе, я думаю, прикольно. Нихуя, заебись, месяц прошел. Блять, он помолодел, что-то слышите, а? Пройди тест хом и топ модераторов. Блять, вы достали своими тестами, отстаньте. Я вообще хочу посмотреть нога на ногу, как сделал видос, блять, но его проебал в донатах. Кочерышка, спасибо. Что? Татьяна. Так, Татьяна продает какие-то элитные кресла, блядь, по 40 штук, нихуя себе. Кто из них Влад-А4? Влад-А4? Пиздец, тут прикиньте, яйцами шею массируют. Это вообще балдеж такой купить. Вот это. Погодите, или это накидка какая-то за 30 штук? Вот я его, кстати, и выбрала. Ну, мне кажется, этот Мишкой подкупает все-таки. Да. Сразу он такой. И говорит, я свое детство не отдам никому. Не, если выберешь меня, то Мишка достанется тебе. А что, блядь, говорить в таких случаях? Я хуй знает по новым правилам-то вообще. Ну, заебись, что? Класс. Такой мальчишка, конечно. Эй, йоу, молодой. Бля, да, это он, эй, йоу, молодой киберспортсмен, пацаны. Все правильно. Я, блядь, я помню. Кто там эй, йоу, кто там золотой, молодой. Это кто, блядь? Пиздец, это гайка. Смотрите. Что с ней стало, блядь? Она повзрослела как-то за месяца два, когда я в бане сидел или чего? Оп! Нет, вот так вот. Не смотрите. Ща. Блять, чем я занимаюсь? Мне 18 лет. Элш! Элш! Мне 18 лет. Элш! Элш! Вот поэтому я стелсы не люблю, вот как бы. Да не, у меня шутки с Аляшей были, я такой типа... Я говорю, Оль, блять, давай честно. Мы сидели, типа, в Дубае за столом. Я говорю, Оль, откати репорт, блядь. За что ты меня нахуй... Это же шутки были все. Не, она нормально к шуткам относится, поэтому... Но я говорю, откати, блядь. Верни, хочу стримить.
кто там на русском разговаривал? Да, мы понимаем по-русски. А по-английски? Понимаем по-русски, так пусть Степфайр отдаст мне эту шмотку. Что происходит? Потому что вы как долбоёбы играете. Понял, почему ты не Divine. You know why you Divine and not Divine? Because you useless and you don't speak too much. Меньше шпрехен, больше трехен. Хабиб. Блять, он очень похож голос на кого? Не знаю, на Вилата, наверное, нет? Хочу пиздить, блять. Ух, осуждаю. Ой, блядь, да я нахуй встану со стула, блядь, уже заебусь. Давай, типа реально такая штука есть. Это рабочая схема, люди после работы... Это, ну или... Да, блядь, да похуй, кто это, чуваки. Похуй, кто это. Главное, что дота хуйня ебаная. И все, в принципе. Туда приходит, ну, это важно. У меня стул есть, блядь, а вы просто... Блядь. Здорово, колей здесь. Здорово, стыдливы. Ну и пошел на минуту. Пукич, блядь, это пиздец. Что с ним? Бля, вот знаете, время идет, а Пукич, блядь, вот все пиздит и пиздит стул. Ничего не меняется. О. Ну такая незначительная. Не, нихуя он, слышите, это какой-то, блядь, богатый стример, походу, я хуй знает. Типа, чё это за... Доширак, блядь, какой-то за 300 рублей, наверное, в Азбуке Вкуса, блядь, взял, я не знаю, или чего это. Нет, я знаю, что это Макатао, алло, вы мне можете не сообщать просто. Это какой-то элитный доширак, блядь, ребят. Какой Биг Бон? Вы знаете, что Биг Бон может позволить себе самый богатый человек на земле? Мы ровные простолюдины, да? У кого нет такой дискотеки. Мы кушаем, блядь, доширак и ролтон, типа. Понимаете, даже когда нету красного, приходится брать зеленый. Ну вот и все. Ролтон, кстати, сейчас намного пизже, чем доширак, по моему мнению. Потому что там есть кукурузка. Все. Ну и еще он более домашний, и мне кажется, что он, блядь, ну хотя он тоже, наверное, химозный какой-то. Но вот нормально. Вот, а Ролтон раньше, понимаете, это был такой бич-пакет. Это 5 рублей пакетик стоил. Ты такой берешь, туда открыл его, блядь, туда приправки сыпанул, такой шк-шк-шк, пока, блядь, со школки съебался. Мимо прошел, мама не знает, сидишь с одноклассником на лавочке, блядь, с портфелем со сменкой, кушаешь, блядь, ролтон сухой с приправкой, похавал, и потом вернулся, блядь, домой, когда родители все на работу съебались, пришел, а мамка тебя каким-то, блядь, образом спалила, что ты дома. Я не знаю, как это работало, пацаны, меня тоже спалили, что я дома, дистанционным способом, как-то. Эх, были времена. Да, а сейчас я, видите, сижу, стримлю, и все. Емеля ебаный, блядь. Не причёха, а хуй пойми, что на голове. Он шмаляет. Что произошло? Он уронил все? Зря залез, конечно. Ты можешь на тачке заехать за мной? Ну, поел. Что? Это не чисто. Слушай, не чисто. Я кончал. Ну, тогда на тебя тоже получается. А, это привет. Сметана, не парься. Какая это сметана? Это сметана. Не, это сметана. Точно? Да, это сметана, я вареники сметаны ел. Так, это кто? Вы можете мне сказать, кто слева? Я не знаю, с разбаном тебя забанили за 2 дня до моего ДР. Подари по... Нету голосов, блять, хватит. Это Рис? А Диана Рис не знает, что если бы... Уважаемый злой накончал на эту футболку, то она в этом месте бы не сгибалась, блядь, правильно? Она об этом не знает или чего? Просто если на какой-то вещь... Короче, вы поняли, неважно. А сметана, да, там можно... Так сметана... Злой, это чистая футболка. 25-процентовая сметана. Скажи, пожалуйста, это чистая футболка? Да, это чистая. Там грязных нет. Там только чистые. Блядь, Диана Райс, которая все антисептиком опрыскивает, блядь, в итоге надела футболку злого. Это как-то, блядь, не складывается в моей голове со словом брезгля. Странно.
Странно, я согласен, согласен. Это, да, наверное, любовь, скажем так. По факту ты мой спермы, получается. Блядь! Бля, ну последняя фотка прям вообще огонек, да, где она шурму хавает. Вот это, блядь, да. Страшно. Я просто, ребят, специально. Две девочки, алло. Алло, две девочки. А я сейчас отсюда спущусь. Чекайте, подождите. Ну, красный, ладно, вы выиграли. Выиграли-то, выиграли. Что он там бубнит, я не понимаю. Подождите, я сейчас жестко прям к ним. Я, если что, ползу. Блядь, это чел. Я думал, это девушка. А это челик. Я прям со стороны увидел, что это поц, типа. Это челик. Да. Челик. Ёбаный урод. А я заблуждался, ребята. Заблуждался. Знаешь, что если вот так вот делать бровями, как ты все время делаешь в сторис, то ты влюбляешь в себя человека. Да, то есть люди влюбляются, если им делать бровями так. Это типа значит go sex. Поэтому Саша Грей всегда делает. Да. Я не знаю, как это комментировать, потому что, ну... Во-первых, это, по-моему, доброе, насколько я помню. Это все, что я могу сказать. О! Ебать! Вот так ты, блин. Пас. Блять, ёбаный в рот. Чё-то, блять, пацаны не поймали, походу. Пас, пасуй. Чё-то, по-моему, Ксяша раскабанела мальца, не? С разбаном, дядька. Блять, а выворачивать кто будет? Нет, это не она по голосу. Ладно. Прикинь, сейчас разовую зарплату перепутал. Кого-то мне закинули. 30 тысяч рублей, прикинь, мать. У кого? Ко мне, блин, мне 30-ку задонатили, ты прикинь. Отправим обратно. Бля, такой, да, такая, блядь, да. Так это может быть, слушай, это может развод какой-то, верни назад, блядь, дефолт прям. Бля, кекс. Так сидит странно, блядь, знаете. Че за херню, кто ее там повесил? Люди, которые вообще на что-либо обижаются, это либо твоя тёлка, либо неосознанно живущий человек. Либо Диана Райт. А, блядь, я основываюсь на каких-то моментах жизненных, да? А мне опять сапку кто-то подарил. Типа... Кому сосап? Поэтому... Я не согласен с тем, что она говорит. Это было, конечно, юмор, но она правда обиделась, поэтому она обижается, это правда. Потому что он почему-то сам не делает так, чтобы ему было комфортно. Он делает так, чтобы его комфорт зависел от твоих решений, дабы перекладывать на тебя вот эту ношу за его настроение. Это ж, ну, типа, это ж хуета, согласитесь. Чё, пацаны, сложно? Вкратце, пожалуйста. Я нихуя не понял в контексте, типа, чего это сказано.
Вот, блядь, минусы нахуй, понимаете? Вот она что-то сказала, а к чему она это сказала, непонятно. Ну, типа, я не могу определить, хуйню она сказала или правду. А все потому, что нарезчик, блядь, не очень хороший человек, возможно. Субъективное мнение. Так, что ты там написал, нахуй? Я тебя сейчас забаню, понял? На тебе бан. Все. Нет. Модерация, а ну нахуй за новые слова, которые тоже в список попали, тоже хуярим. Понятно? Если они используются в плохом контексте. Там три слова. Понятно, все. Непорядочно так поступать. Пацаны, тут извините, тут такая тема, я бы и не банил, понимаете? Но если я вас банить не буду, забанят меня за то, что я не модерирую, понимаете? Поэтому я модерирую своими пацанами. Нет, блять, Миброс, даже если он меня этим назвал, типа, это тоже надо запломбировать. Ну а что, не по факту сказала? По факту. Ой, ебать, макарона. Алиса! Что с тобой? Мастер Клер. Короче, нарезка хуйня, как бы экспертное мнение, она говно, вот. Она говно.